Подготовка у спортсменов была основательная. Теннисные столы сейчас имеются в большинстве пожарных частей области. Спортивные же качества, такие как резкость и хладнокровие, пожарные ежедневно отрабатывают в своей профессиональной деятельности. Сильно волноваться нельзя. Надо как бы стол всегда держать в поле зрения. И все. И не нервничать. Потому что это мешает игре. Пожарное дело – это почти на 80% физическая работа. Поэтому как бы в любой спорт, тот же настольный теннис, очень большое подспорье делает. В итоге чемпионами уже второй год подряд стали благовещенцы, сотрудники спецчасти. Серебро досталось пожарной части номер 2, а бронза отправилась в Бурейский район.